Друзья, всем привет на канале Цех номер один. Сегодня хочу поднять такую тему изготовления платформы на лодочный прицеп для снегохода. На лодке ездим, ходим 4-5 месяцев, зиму прицеп стоит. А почему бы его не использовать зимой под снегоход? Тема, конечно, интересная, такая щепетильная. Хочу услышать ваши комментарии по этому поводу. Как к этому отнесется ГАИ в случае остановки, допустим, где-то? Переделка эта конструкции или нет? Все-таки здесь два варианта. Можно сразу сказать, что да, прицеп лодочный, переделка конструкции, все незаконно. А с другой стороны, лодочный прицеп, мы на него делаем платформу. Платформу можно рассматривать как какой-то короб или ящик, который мы перевозим на прицепе вместе с снегоходом, со снегоходом. За габариты заводские мы не выступаем. Соответственно, нарушений никаких нет. И кто мне запретит на лодочном прицепе перевести вот такую конструкцию? То есть мы здесь много спорили, дискутировали по этому вопросу. В ГАИ, правда, я не консультировался, но суть вопроса вот такая. Друзья, оставьте комментарии, выскажите свое мнение. Является это нарушением или нет? На мой взгляд, не является. Значит, вкратце скажу, как я его изготовил. Значит, здесь по краям профиль 1,5-миллиметровый, 80/40. Поперечки через полметра идут. Платформа цельная получилась, сварная. Борта сделал из профиля 20/40, тоже 1,5-миллиметра. Вот такой конструкции, чтобы сюда заезжал. Сзади будет, наверное, тент накидываться, не знаю, еще пока не решил. Обшиваю профлистом, оцинковкой обыкновенной. Здесь вверх будет просто лист цинковый. Рама легла, я ее установил прямо на раму прицепа. Вот она, рама прицепа, вот лежит рама платформы. Пол, значит, фанера, десятка, пропитал олифой, закрепил на саморезы. Ну, ничего здесь такого сложного нету. Единственный вот вопрос в этой конструкции, можно ли ее будет перевозить или нет. Задний борт откидывается, здесь его еще удлиню, по нему буду прям заезжать туда, в прицеп. Лодку я храню вот так, в подвешенном состоянии, на талии. А прицеп будет использоваться зимой. Друзья, ну вот закончил я свою телегу или конструкцию, как это сказать правильно. Значит, вот что получилось. Так вот это выглядит. Задний борт доделал. Вот так вот открывается. Сделал трапик вот такой легкий, деревянный, метровой длины, 50 сантиметров шириной. Ну, по ширине гусеницы собаки. Так, ну и давайте в заключение, наверное, скажу, сколько материалов у меня ушло. Профиль 80/40, толщиной 1,5 миллиметра, у меня ушло 8 метров. 50/30/1,5, 10,5 метров, это у меня поперечки из нее сделаны под фанерой, которые лежат. Профиль, профтруба 20/40, 1,5 миллиметра, 5 хлыстов 6-метровых, 5/6, 30 метров получается, да? Оцинковка 1250, гладкая, на 2,5. Один лист, ну, чуть меньше половины листа осталось. Значит, оцинковка С8 1200/3 метра, 2 листа.
по 1390. Фанера 10-миллиметровая, 3 листа по 800 рублей. Заклепки 6 пачек, 4,8 на 8. Шпилька 10-миллиметровая, 1 метр. 10 гаек М10. Ну и вот две чемоданные эти еще. Задвижки, или как их назвать-то? Застежки. Две чемоданные застежки. Конструкция получилась, я вам скажу, на вид неплохая, как заводская. По деньгам точно сказать не могу, потому что металл у меня был, а вот на остальное вот 5000 ушло на оцинковку с фанерой, ну и заклепки там, вся эта мелочевка 1000 рублей примерно. Ну плюс металл, я не знаю сейчас сколько он стоит, ну 5000-6000 это обойдется все. До 15000, мне кажется, спокойно можно влезть в бюджет. Еще хочу какой-то тент придумать. Надо, наверное, сюда куплю или ПВХ тентовую ткань, или, может, палаточную какую-то накидывать от снега. Закрепил я вот спереди, приварил уголок. Снизу еще один уголок, две шпильки на 10, болты на 10. И вот здесь вот в уши крепления. Вот, значит, эти, где для крепления лодки уши стоят, стяжки сюда ставятся. Просверлил отверстие через раму, тоже шпильки на 10, 4 штуки с каждой стороны. Здесь между этой рамой и этой сделал резиновые вкладыши, чтобы сильно не бренчало ничего. Ось пришлось сдвинуть немного. Вот у меня, где она стояла, ось под лодку оставил места, чтобы весной возвратить на место. Сдвинулась она у меня примерно на 60-70 сантиметров, ближе к центру. Ну, центр тяжести получился нормальный. На этом все, друзья. Всем пока, до новых встреч. Пишите комментарии. Жду вашего мнения по этому вопросу. Легитимна эта телега или нет? Всем пока. До новых встреч, друзья.